Ну что же, друзья, open house в городе Саннивелл. Хорошие школы купертиновские. Вот домик перед вами. Все детальки мы узнаем внутри. Просто мимо ехали, увидели табличку, думаем, дай зайдем. Это угловой дом, вы видите. Вот он так. Я бы сказал, что есть элемент сарая. Вот это вход, мы оттуда зашли. И мы разворачиваемся. Вот здесь большая комната. Ну, давайте глянем. Вот тут паркетик, знаете, такой плиточкой. А здесь вот такой паркетик. Хорошо. Это, наверное, в гараж дверь. Ну-ка. Да. Это гараж. Он такой на две машины. Нормальный, обычный, хороший. Такой американский гараж. Старенькое все, конечно, это видно. Вот многие, видите, в гараже держат машину для стирки и сушки. Тут еще запах такой характерный, знаете? А вот это в двери, кстати, для собаки. Или для кошки, чтобы они ходили, выходили сами. Так, тут произведено такое действие, которое называется стейджинг. Картинки вот повесили такие, видите, посимпатичнее. Так, этот старый такой буфет. Смотрите, как. Ну, здесь реально большое помещение. Мне очень нравится вот это, даже как назвать, горка. Как назвать предмет. Ну, в общем, такой прикольный, дубовый. Вот. На самом деле, вот тут у меня за спиной, если глянуть, такой как бы подоконничек. Да, тут можно сидеть, видите, на нем положили сиденьице. Ну, может быть, давайте выйдем на улицу, посмотрим, что тут сзади. Так, это, что называется, дек. Я только гляну немножко влево сейчас, вот туда, ко входу. Это ко входу. Вот, и возвращаемся взглядом сюда. Это дек. Такой голой земли, как бы, немощеный немного. Вот тут такая травка засыхающая. Обычно, конечно, когда дом на продажу ставят, стараются, чтобы травка была поприличнее. У него небольшой участок. Я думаю, что может быть там 5500 квадратных. Тут, ну, такой как бы шкафчик. Клозет такой. А где же лондри? В гараже? В гараже. Светлана говорит, что вот эта часть похоже, что достроена. Свет, почему у тебя такое впечатление? Где? Вот это шла стена дома? Да. Угу. Ну, Света, она как-то вот чутье такое имеет. А может быть, вот тут? Хотя... Да, ну, не знаю. В общем, откуда-то люди... Да, как-то Света видит, как это было. Хорошо. Значит, идем дальше. Вот мы еще раз. Вот это вход у нас за спиной. Мы поворачиваемся спиной к входу. Налево у нас вот так. А направо у нас тут разворачивается жизнь. Эй! How you doing? Good, how you doing? Так. Do you know if I can ask any questions? Sure, we'll be asking questions. Just taking notes, because at the end of the day, you don't remember much. So maybe you would say a couple of words. How big is the property? It's 1880 square feet. Uh-huh. And the property, I actually forgot the square footage, we're at 6987. Uh-huh. And the room you're in right now used to be a wall over here, so it was opened up. Mm-hmm. The kitchen is now open. Mm-hmm. Used to be a galley kitchen. And the living room was increased by approximately 400 square feet with permits. So mm-hmm. that was pushed out towards the backyard. And it has Cupertino schools? Cupertino schools. So Stockheimer Elementary, Cupertino uh-huh. Middle, and then Fremont High School. Okay, and what is the asking price? $1,425,000. Offers to be reviewed Wednesday at noon. And this is today is the first day. Today, well, this is the second house. We just put it on the market a couple days ago. Uh-huh. And I think we put it on the market last Tuesday. Okay. Thanks. Okay. So that one is remodeled, huh? Yes. Okay. Смотрим. На кухню, они хотят за него
Значит, 1 000 000, сколько там? 425, да. 1 425 000. Так. Ну, теперь пошли вдоль этой стены. Значит, я ошибся с площадью участка. Я думал, там где-нибудь 5 тысяч, там 7 тысяч. А, да, Света меня поправила. Он кажется меньше, потому что угловой, это правда. То есть он технически побольше, а практически он небольшой. Из-за того, что угол, все правильно. Это чисто визуальный эффект такой. Спаленка небольшая, такой на высоких ножках, как что залезать-то ее. Так, ну хорошо. Так. Тут вот еще бедром побольше. Ты покажи вот эту кровать просто. Какую? Вот в этой комнате. Я показал, на высоких ножках. Ну, это вообще кошмар. В этой кровати можно просто свалиться. Нет, кровать, конечно, странная, действительно, я с тобой согласен. Тут какую-то картинку повесили. Там девки сидят, беседуют. Почему в спальне девки беседуют? Ну, это детская спальня розового цвета. Так. Ну, хорошо, идем дальше. Значит, квадратные метры, футы, значит, у него 1880 квадратных футов, ну, что-нибудь там 1700, то есть 170-165 квадратных метров. То есть такой он, как бы ничего, но вот старенькое все, знаете, вот сюда смотришь, тут грустно. То есть тут мало того, что ты отдашь за него 1 425 000, хотя он, может быть, и дороже уйдет, да, Свет, как ты думаешь? Он идет дороже. Может уйти дороже, конечно. Если за 1 400 000 ушел дом 900 квадратных. Да, конечно. Да. Рядышком здесь совсем ушел дом. Гораздо маленький, там гораздо хуже. Мы все посмотрели, да? Все, больше нет ничего. Гораздо хуже за эти деньги ушел. То есть несопоставимо хуже. Поэтому он может уйти существенно больше. Да. Что ты? Он не скажет. Ну хорошо. Thank you very much. Thank you. Пошла. Делись впечатлениями. Ну, как это, good news или bad news? Этот дом уже перестроенный, да, то есть выжать из него строительный потенциал, уже все, что можно было выжать, из него выжили. И в целом они даже сделали даже неплохую перестройку, но что же с этого взять? Тут остались крохотулечки комнаты, да? То есть, конечно, их можно немножко посовременнее отделать, но все равно ты площади им не прибавишь. Значит, пристроили дополнительно около 400 скверфутов, довольно большой кусок, и сделали там family room, и у них появился кусочек для дайнинга, практически неиспользуемый место, да? И у них получилось, что паблик эрия в доме большая, а комнатки совсем крохотульки. Но в него надо деньги докладывать. Его нужно, еще раз, если кто-то согласен жить в таком флорплане, да? Да. Потому что вот то, что я вижу с точки зрения флорплана, там очень кучно все эти спаленки так напиханы, да? Очень близко друг к другу, они очень тесные, очень маленькие, да? Но если кому-то это нравится, в целом он уже сделан. То есть им нужно просто все внутри вычистить, сделать новое, все заново. И это будет неплохой дом с хорошими школами. Да. Вот. Но я имею в виду, что уже нечего достраивать. Там все, что можно было достроить, уже достроили. То есть ты смотришь с точки зрения, чтобы можно было кардинально улучшить, практически нечего. Ну, можно сделать ремонт, и тут можно жить. Это вполне такой нормальный дом, но он старенький, ну так что. Ну да. Да. Но он вполне так нормально. Если сделать современный ремонт, то будет неплохо смотреться. Еще натяжные потолки сделать, чтобы увеличить все это. Спасибо, Свет. Нормально.